Здорово, ребятки. В общем, пришел я, короче, с работы. Давайте ебашить, короче. Давайте посмотрим сначала видео, которое мне скинул подписчик. Кстати, не знаю, подписчик, не подписчик. В общем, если я правильно все понял, и помню, Георгий Мироненко, да, как-то так, Мироненко, если неправильно произнес, извини. В общем, спасибо тебе за ролики. Ну, в принципе, нормально, сойдет. Впрочем, я не знал уже, какой материал заливать. Все-таки 6 дней прошло, ничего нету. И вы, наверное, такие: а, фу, все, скатился, короче, отписка. В общем, нет, ничего такого, ничего подобного. Будем смотреть эту хуйню. Я ее сам. Я вот 59 секунд нажал, увидел Грауга, все, снимаю. Потом чего? Вторая новость, вот, которую я хотел вам поделиться. В общем, не знаю, как у меня получится, конечно, с Gold версией предзаказа, но насчет обычного предзаказа я точно уверен, что смогу достать. Ну, просто сейчас напряг такой с баблом, поэтому я думаю, что Gold версию вам придется смотреть на других каналах. Но я думаю, DLC все равно в скором времени я докуплю, поэтому. Ну, это уже ваши дела, я предупредил, да, что с самого начала у меня будет обычная предзаказная версия. То есть серебряная, да, не вот эта самая бомжарская, а серебряная. Они, блядь, стоят одинаково, я не понимаю, каким надо быть лохом, чтобы, блядь, купить нахуй первую. В общем, давайте посмотрим, что тут такое. Из Лос-Анджелеса, типа. Короче, блядь, это фанат этой игры. Короче, тут есть Xbox, и вот, короче, парень ебашит на Xbox. Как раз заодно посмотрим, хотя это графен, по-моему, не максимальный. Я не знаю, будет ли у меня лагать в 1080p именно сам ролик Бандикама. Не, ну давайте рискнем, блядь, ради подписчиков, да, блядь, ради зрителей, все что угодно. Главное, чтобы само видео не лагало. Стыдно-то как. Ладно, ну, блядь, это Украина, бывает. У него вопрос, как я могу прыгать. Прыгать ты не можешь, тебе нужно, блядь, спрыгнуть с чего-то, по-моему. Ну или перекатиться, да-да. Блять, ему сказали нажать B, а он, сука, хуй знает, что нажал. Ну вот это мне нравится, что они сделали теперь быстро, знаете, типа, что вот это все происходит, блядь. Ты нажал B, блядь, оно там буквально секунды прошли, и все, это заклеймил. И удары Грауга теперь наводятся, а то, блядь, в первой части... Блядь, пиздец, ребята, я так заебался играть первую часть, а прошел опять все испытания, блядь. На этот ёбаный элитный список лидеров, не знаю зачем, я просто стер сохранение, вот просто прикиньте, блядь, сохранение 1,5 часов, нахуя я это сделал, ебать я дебил, и стер, короче, эту хуйню, и прошел все испытания заново, блядь, мне так заебалось, грау ебьют ногой вперед, блядь, или разворот с руки, блядь, они такие тупые в первой части, а здесь они наводятся, блядь, я уже хочу в нее поиграть, хочу, хочу, хочу. Что такое? Чего все лагает? Охуеть, вы просто посмотрите. Куда он бьет, правда? Гляньте, как он бьет, блядь! Кстати, мне кажется, или Грауг бегает быстрее Карагоров? Ну, в первой части тоже мне так кажется. Может, мне просто кажется, но может быть. Но паркур, конечно. Типа, она спросила, как игра отличается от первой части, типа, Ну, он начал ей что-то втирать, она... Не, нахуй, я сваливаю, рассказываю ему.
Бля, единственное, что мне в этой игре, наверное, будет не хватать, так это то, что нельзя просто вот любому, да, приказать, типа, иди за мной, блядь, это такая охуенная. Блядь, все, мне все, что от этой игры еще будет требоваться, это чтобы можно было приказывать идти за собой. Все, блядь, игра Game of the Year. Он рассказывает ему, что, типа, Граг сражается за него. А, да, как я и говорил, эти миссии легионские, вот эти шлемы, это флэшбэки, то есть там, где как Келимбримбор всех распиздил, в общем. Да, вот та неинтересная миссия, которая была в прошлом ролике, по-моему, если я все правильно понимаю, в прошлом ролике в моем на канале, это такое, блядь, знаете, как пиар уже, типа, посмотрите, вся хуйня, нет, можете не смотреть, если вам неинтересно, я вам вкратце расскажу. В общем, был неинтересный флэшбэк, не стоит тратить на него время 40 минут. Это полная хуйня, он просто играл одну миссию 40 минут. В общем, миссия заключается в том, что тебе нужно побить по скорости убийств драконов. Хуета, хуета. Даже истории никакой не было. Используйте силу Грауга, чтобы устранить, вторжение хулов, короче. Давайте вторжение наживем, потому что, в общем. Бля, нахуя? Серебро, а скиллпоинт дадут, нихуя себе. Так на этих миссиях можно будет нихуево подняться, так, знаете? Бля, я хочу чай. Ребят, вы извините. Блядь, ебать, надо это все, конечно, вне кадра делать. Вы, наверное, смотрите видео пока, я пока, блядь, чай себе. Нихуя себе, блядь! Это что за срань такая? А, это огненный грал! Нихуя! Нихуя! Давайте не смотрим, смотрим. Киевстар, иди нахуй, я не буду никакие тарифы покупать. Меня все устраивает. Я хочу, чтобы он блевал. Как он блюет? Как блевать? Прицел, наверное, да, прицел надо нажать. А так он просто по ним бегает, заебись, ребята. Ой, это все, это, блядь. Короче, это какой-то нубло вообще. Я не хочу это смотреть. Ну давайте досмотрим. Вот уже тут все равно 3 минуты. Это же, блядь, не час, да? Если бы час, я бы психанул. Нахуя их сжигать, если их можно подавить? Ну, ребят, а хотя да, это дополнение на серебро, точнее. Хотя там все равно есть миссия, закончите раньше, чем, блядь, и мыльцо. Там 3 минуты, по-моему. Не, там минута 10. Закончите раньше, чем минута 10. Просто по ним побегал, быстро побегал, и все, скиллпоинт у тебя в кармане. Он сказал, что если ты рыгнешь на бочку, то она взорвется, как сейчас и произошло. А нахуя я это перевожу? Не знаю. Ебать, он еще и камни швыряет. Так все же, нахуя я это перевожу? Типа вся природа может сгореть, короче, все окружение. Кстати, я не читаю Playground, на самом деле, спасибо тебе, Георгий, вот сейчас я вспомнил. Реально, я не читаю Playground, может там действительно выходят новости про Мидолоров. Вот спасибо человеку, заметил, не забыл, зашел, еще и ссылку кинул, реально топчик чел. Добра таким людям, любви во всем. Бля, ну и как хилиться на хулах, это же бред. Yes!
серебро, золото. So the other thing we've done, and go down to character, we've like hugely expanded all of the skills and ability. Может, этот дебил полистает по скиллам, по веткам скиллам, по веткам скиллов, и мы увидим, прикиньте, реально, если он сейчас запалит скиллы. Но они типа говорят, что все прокачивается из-за масштаба. То есть, как говорилось ранее, ты можешь собрать своего Талиона. То есть, своего, блядь, подкачанного именно под тебя Талиона. То есть... Я, допустим, не использую кинжалы, они мне нахуй не нужны. Я, допустим, типа, блядь, не использую там всякие яды, знаете. Но вот мне это не нужно. Вот это прикольно, что можно сделать именно под себя. Нахуй эти кинжалы, блядь, пиздец, не понимаю. Вообще нахуя они просто, ну, чё они делают? Помню, в первой части кидал, они вообще не дамажат. Только этот счетчик набивает, и всё. Покажи ветку зверей, я хочу посмотреть. Ну, там Карагор по-любому, Граух, я вижу, какой-то ультра Карагор. Может, Варх, типа, а может, бронированный Карагор. А потом идет какая-то хуйня. Потом идет дракон. Ебать, после ночной смены хорошо, пиздец. Я думаю, мне не надо объяснять, короче, типа, что они разговаривают, типа, они сейчас о скиллах, типа, там. Я ж уже обозревал ветку призрак. Опять, блядь, спойлер. Да что ж такое, блядь? Это просто какая-то хуйня. Пиарщик, блядь, ебучий. Ой! Xbox и со... Xbox сгорел! Опять меня эти Xboxеры, владельцы Xboxеров сейчас будут дизлайкать. Ебать, сгорел просто. Xbox есть офлайн, заебись. В общем, погнали дальше. Что там? Еще 12 минут, давайте. О, это, наверное, крепость будет. Да! Да, крепость! Я хочу крепость! Обмажьте меня крепостью. У Уруков даже борода появилась. У тебя есть борода, бла-бла-бла. Боже, кто смотрит вообще на эти уровни? Я полагаю, я пройду 20. Ну, моя армия 20 против 160 вообще за изи. Мне нужен только один чел, который мне будет нравиться эстетически, и у него... Ну, если он будет мне нравиться, у него будут охуенные скины и охуенный скин. Это как бы логично, да? А там Талион, машина смерти, кольцо, блять, все это хуйня. Талион может распиздить один всех. Нахуй вообще эти капитаны не нужны просто. Я, наверное, буду их клеймить, чтобы потом просто посмотреть, как они сражаются на арене. Просто даже против друг друга. Похуй, блядь. Ебать, как неловко смотреть, как нубасу все объясняют. Это пиздец, знаешь, типа, вот нажимай сюда, типа, получишь там ассолт. Это как будто играть с бати, знаешь, типа, он тебе объясняет какую-то стрелялку, а ты, блядь, ебошь. Все лагает, ну, Xbox, типа, да. Опять меня... задизлайкали. Блять, все, хватит шутки насчет Xbox. Xbox нормальная консоль. Ну типа консоль. Больше не консоль. Хорошо. Вообще не важно. Xbox нормальный. Я этого не говорил. Legendary Duke. You guys had a lot of fun creating these characters.
Ебать, какой муляж, вы просто посмотрите, сколько воинов, а потом, блядь, никого не будет вообще в крепости. Какой муляж вообще? Бесстрашный. Рейнджер-киллер. Щитовик? Щитовик на Карагоре? What? Ладно. Немного уирдная, странная анимация. Точнее, вариация, точнее, выбора этого дебильного щитовика. Как его сгенерировали случайным образом, я просто не понимаю. О, чувак с огненным оружием впереди. Прямо по курсу. Ну, уже слева. А интересно, а есть чувак, который так же быстро лазит, примерно как Талион, знаете, типа цепь кинул, быстро, ну, залез, типа как Рикошка, я не знаю, может быть есть. А может перк стремительность теперь работает и на стенах, понял? Гляньте, лезет, 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 сука. А если его в этот момент уебать, он упадет? Просто интересно. Ебать, ребята, я хочу торт. Ну ладно, давайте досмотрим, уже это понял. Сука, в холодильнике-то, блядь, никого нету. Ебать, так вот для чего нужны дети. Это свой, не убивай его. Свои! Стоп, он, кстати, ударил в воздух, и криты вот эти не пропали. Видимо, теперь они так не пропадают, если бить в воздух. Там, наверное, время какое-то. Гляньте, кого-то убивают. Кого убивают? Нашего убивают? Да, нашего убивают. Давайте смотрим, как это будет. Пиздец, блядь, 17. Ну ладно, хуй с ним, хуй с тобой. 17 против 20, это еще нормально. Машин-командер против кого? Машин-танка, наверное, я не знаю. Из их, блядь, это не видно. Да сгори ты уже, лоха, и долго горят. Хватит меня пиздить, отвали нахуй. Мне кажется, он не пройдет за 12 минут. А, так она еще и двигается, ничего себе. Он уже 19-й. Видимо, они все-таки качаются, убивая капитанов. Как он был 17-й, это он 2 левела получил? 17 плюс 2, 19. Ну да. Он же командир, рекруты хуярят как бешеные. Это очень хорошо, на самом деле. Все, ГГ. Интересно, а рекрут, машин-командир, блять, вообще любой командир может бафать других командиров, то есть, чтобы они быстро били? Не знаю, это все надо тестировать. Ебать, я что-то сегодня возбужденный какой-то. У меня дежавю, я где-то его видел. Надо видео свои полистать. Я его реально где-то видел. Ребята, на каком-то из E3 Dave, он такой же чел был, тупо. Даже имя такое же. Жаль, что не броню свою снимает. Конечно, не все, но жаль. Да ладно, хватит уже пиздеть, отвали. Смотрите, он сейчас... Что такое? Как он получил свой титул дуэлист, если мы к нему даже не добираемся? What the fuck? Там чел сдох, видели? Смотрите, тут можно так проматывать? Смотрите, первый ряд слева третий. Вот идет после Карагора, справа. Смотрите, он стоит. Ай, бля. О, нихуя себе. Левел апится, нормально. Okay, so
there's a bunch of different things you can do at this point. The guy with the diamond over his head, he's the one on the further to the right, this one? Yep, the Tark Slayer. А, чувак с бриллиантом вверху, это тот, который убил тебя. Хура зе Тарк Слеер. Ну да, даже имя такое, типа, он убил тебя, убийца людей. Выполни твою вендетту, то есть возмездие, да, я в первой части помню не знаю зачем, отомщал за других людей, нахуя это делал. Когда он... ведет, короче, банду, чтобы получить высококачественный лут. В общем, похуй, идем дальше. Ну а чё, я пробел нажал. О. ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ?! Хуя так много?! Тут хода, видимо, есть. Видимо, они поняли фишку, что я могу как бы... Ну, я... Смотрите мой план. Получается, я захожу в игру, клеймлю первого понравившегося мне урука, да, у которого хороший набор перков, он эстетически выглядит, и ебашу его в пите, то есть на арене, да, он качается, получает, блядь, там 60-й уровень, и он приходит на крепость, где все, блядь, 10-го, 15-го, 20-го, ну, первая локация, да? И все, он же там с двух тычек их вырубает и захваты делает. А вот теперь, видимо, наверное, вот эти вот хода, блядь, они не позволяют тебе вот этого сделать, ну, типа, забафать так жестко. Получается, наверное, ты ходишь три раза, то есть выполняешь какие-то миссии, а потом ты должен, типа, подождать время и выполнять опять эти хода. Но это все чисто догадки, ребята, я просто сочиняю. Может быть, ну, это один из вариантов, может быть. Да, хватит, начни работать. Ебать, и как? Ебать, наверное, лишнее кофе было вообще. Боже, вообще не спать не хочется, наверное, сейчас в Титанов пойду. Давайте, наверное, Origin запущу. Чтоб наверняка, где там, блядь, нахуй мне Наруто? Давайте мне вот Origin запускайся вообще. Чего он так боится? Я бы хотел сыграть с Деплером, не, реально вообще. Косарь! А хуйня с новыми перками на бег это... А хотя он их не качал, ну да. Используй это... Убийство из тени. Можно перемещаться быстро. Через костер прыгай в конце-то конца. А, ну да, он не качал. А интересно, если не качать эту хуйню и прыгнуть через костер, ты ж не ускоришься, да? Ни хрена себе гейзер. Там была какая-то статуя. Он просто пробежал мимо. Ну, как всегда. Наверное, их можно освободить, этих типа заложников, потому что они есть на карте, вот эти лоха, и потом они будут пиздиться за тебя. То есть они на карте считаются как игровыми лохаями, но они скованы. Да, он может ускориться, но он что-то не нажимает. Согласен, клево. О, заебись! Так оно еще и почти фокус не тратит, заметь. Бля, я хочу поиграть. Да нет, блядь, просто надо нажать влево, блядь, дойти до левого края и спрыгнуть. Чё тяжелого, блядь, дебил, просто... Ну куда ты лезешь? Куда ты лезешь, даун? Ебать, вот такой стрим сразу надо выключать, короче, и все, и удалять, банить, в общем, писать в чат, что этот стример говно, в общем. Хотя он новичок, ребята, давайте, ладно, простим его на первый раз. Все, спрыгивай.
Держать надо букву Б, по-моему, да. Get your revenge. Get revenge. All right, Gura. Написано, обыщите аут, ну типа аванпост, чтобы найти этого хуру. Но, блять, он уже на карте помечен. Что за хуйня? Короче, он призвал всех. И солдат, блять, и карагоров. Видите, вот надо, чтобы они это пофиксили. Почему Карагор не нападает? Видимо, надо ему приказать. Но почему он не нападает? Вот, блядь, перед ним... Блядь, пиздец, он его призвал. И, короче, у Карагора одна команда. Это следовать за Талионом. Все. Сзади стоял щитовик. Карагор тупо... Вот вы посмотрите, блядь, на эту хуйню. Смотрите, Карагор идет в его сторону. А потом разворачивается и возвращается к Талиону. Вы смотрите, смотрите. Он идет... И, блядь, ему похуй, они в упор по карте стоят, смотрите. Они в упор к друг другу стоят, и ему похуй, ему, блядь, ну, заебись, ну. Не, ну теперь-то, конечно, ты его сожрал. Ну, как сожрал, почти. А чё, не... У него еще и стелс есть, это клево. Ни хрена себе, он, блядь, даже кусает эти. Нихуя себе, он тренирует солдат. I love how they trash talk, and I love that they have, like, they recognize you later, and they remember, they remember they if they... Immune to executions, пиздец. Иммунитет к добиваниям. Уязвим к стелсу или что? Beat your ass or not. Okay. Yeah, he remembers. Okay, but you got your character, this should be fine. Не уязвим, наверное. Vigilant, если оно в силах, значит не уязвим. And if you want to shoot him as well, the bow is left trigger. Okay. So you got range too. Alright. Oh. Да это урона вообще никакого не наносит, блять, пиздец. Yeah. If you hit Y and B, that's gonna be an execution. Мы уже убили его Карагора, а нельзя, наверное, его жрать. Не. У него, наверное, прокачка. Но вот это то, что можно блокировать на Карагоре, это пиздец. Теперь вблизи тебя вообще нельзя убить. Раньше на Карагоре было немного запарно. То есть у него достаточно быстро ХП в толпе улетало. А теперь можно блокировать. Это ж пиздец. Интересно, можно блокировать два раза на Карагоре? У нас еще один есть. Он broken, правда, но... Это берсерк, его нельзя просто так бить. Просто так брать и бить. Ну, он додумался ударить, конечно, этой атакой, но... Стоп, смотрите, сейчас откатывается скилл призыва солдат. А что если в этот момент поставить кого-то, типа своим телохранителем? По идее, скилл откатится. Ну, я не знаю, может быть. Да нельзя его так бить, дебил! Ну, блядь, пиздец. Не, он не пройдет его, он дебил. Хватит, хватит! Нету больше замедления, дебил! Убегай, если ты настолько криворукий, то беги, просто беги. Ебать, я... Ладно, хорошо. Я этого не видел, вы этого не видели, все хорошо. Okay.
У всех все хорошо. Только сзади, походу, еще один капитан. Но это нормально. Не, это долго. Надо захватом. Ну да, это долго. Надо захватом, дебил. Захватом. Ему не дадут это сделать. Это же банальный. Ого, нихуя себе бомба скачет. Вот. Вау, вот это классная плюха сейчас была бы. Не, он умрет. Конечно, он умрет, потому что он дебил. В смысле? Он сгорел, что ли? Как он сдох? What the fuck? Талион держится такой за голову. Как он сдох, блядь? Я хотел его заклеймить. He's dead. И это было последнее падение вообще. И сейчас прибежит Карагор. Браво! Все, короче, это хуйня, короче. Нормас, нормас. А, тут еще два, нихуя себе, ребята, это сколько у нас времени вообще? Да у нас времени дохуя. Аниме хочу еще посмотреть, так же. Одни и те же, блядь, капитаны. Видимо, они даже сохранение не поменяли. Уже какой-то негр сидит, блядь, играет. Я игровой продюсер, и я буду комментировать все то, что ты говоришь, короче. Блять, все то, что ты делаешь. Даже у наших есть ходы. Я же говорю, по любасу ходы — это то, что я и сказал. Потому что было бы слишком легко. Ты берешь просто своего чувака и тупо апаешь его до максимального левела. На первой же стадии игры. А потом с ним рашишь крепость. Это этот чувак, который сдох в прошлом ролике. Прикольный глаз, да? Повязка такая. 3 скиллпоинта, давай. Что ты купишь? Вау, бесшумный бегун? Классно. Даже красться не нужно. Hold A to sprint no long. Да, все, теперь это не создает шума. Теперь ты можешь бегать в этом режиме, и тебе похуй. Никто не будет видеть тебя и чуять за стенами. Интересно, а если это прокачать, это относится к обычной ходьбе? Боже, у меня столько вопросов, я, блядь, не знаю. Я, наверное, единственный, кто об этом задумывается, ну ладно. Я хочу знать все особенности механики, просто все. Короче, этот пацан, они знакомятся, этот пацан играет, пачан играет в ВВЕ, короче, в 2К. В общем, похуй на него. Нахуй проматываем все это дерьмо. Хватит, блядь, я хочу игру посмотреть. Что такое? Что произошло? 33-й? О, он приручил Карагора, блядь, и все, и получил его лап. Yeah, I wanna go tear some stuff up, dog.
Видите, у нашего красная какая-то хуйня была, типа у него ходы закончились. Он пришел и спиздил микрофон. Ой, блядь. Ой, блядь, он призвал себе, блядь, этого ядовитого Грауга. И мне по-прежнему пишется «Победите Хура The Dark Slayer», которого, блядь, мы по идее уже... Он же сгорел, нахуй. Или же каким-то образом игра... пошутила над нами, получается, мы его убили, но в тот же момент нас загрыз Карагор, и мы что-то не убили его. Ну ладно. Два Грауга, два! И он 15, он 16 левела, нихуя себе. Нихуя он забил до смерти, блять. Чё, все, гг? Что происходит, блядь? Что это было вообще? Убегай, даун, что ты вообще ничего не делаешь? Ебать, да если бы мне дали поиграть, я бы, блядь... А, так они дерутся, эти два Грауга, они дерутся между собой. Они дерутся. Вау, нихуя себе, со скоростью молнии. Все, пизда. Ебать, дебил. Просто с первых же минут. Иди играй в свою фифу дальше, даун! Боже, хуесосный негр, блядь, играющий в фифу, блядь. ВВЕ, 2К, блядь, НБА. Дебильные игры, блядь. Ладно, UFC, но на UFC тоже говно. Нахуя играть в такое говно просто, я не понимаю. Блядь, на дворе 2017 год, игры просто до сраки. Батла, блядь. В GTA, в конце концов, если, блядь, нечего делать, игр просто до сраки. Я просто не понимаю, нахуя играть в эти спортивные, однообразные игры. Там все, что меняется с каждым годом, это составы команд, блядь, и все. Ну, может быть, костюмы еще. А так нихуя больше не делает. Бомбит, блядь, у меня, бомбит. Ожидает команды. Короче, понятно, негр вообще играть не будет. Негр забил хуй на игру. Смотрим дальше, короче. My god, okay, we did the performance capture first, then we went back, and we did... Where did you shoot it? In the valley, in Burbank. In Burbank. The studios, I forget, I have forgotten. Ебать, мне кажется, или это чувак из Супермена? Нет, стоп, у меня галюны, я перепил кофе. Это чувак из Супермена. Ребята, это Кайл, это, блядь, хуй этот, Супермен, я не знаю его имя, Килл, Крин, блядь, как они его назвали, как они назвали Супермена? Да ладно! Не надо мне порно. Порно потом смотреть будем. Как они назвали Супермена? Кто такой Супермен? Кент! Кент! Ладно, хорошо, Кент, точно, Кент. Он пытается найти кнопку, как бежать быстрее, но... Он их пытается догнать. How do I go faster? Just the facial capture. Just the facial capture. Yeah.
Oh, no, wait. Hello. Hi, Brandon. Nice to meet you. Он уже, блядь, начал в крепость врываться, а они только, блядь, поняли, что Xbox игрой занят, ребята. I have not. So we're gonna let them talk. Yes. Yeah, that's what I'm trying to figure out. How do I run? Hold down A. Oh, there we go. Hey, hey. Yeah, but. Ебать, он ёбнутый, ну ладно. Блять, на E3 вообще что ли нету никого, кто играл бы в первую часть? Вау, вот засады они реально клёво сделали. Они появляются, даже на карте их не видно, блять. Тупо из ниоткуда и сразу бьют тебе анимации, типа, клёво, клёво. Интересно, это дамажи? Вот смотрите, откуда он взялся. Там был чел или нет? Там есть какой-то чувак. Не-не-не, он просто спавнится и сразу влетает в тебя. Ладно. Это знаешь, типа... Талион... Застал из засады Талиона. Такой типа Let me take a selfie. Oh no, that's terrible bug. Really, we're not finished. Он на гитаре играет? Okay, он на гитаре пиздит. Yes. If you hold it down, you can charge it up and you get a spear. Oh, except when someone gets butted by the thing. We can just die here. This is fine. Because actually I'm gonna start over. Pretty cool stuff happens when you die. Oh, okay. So, oh! The guy who kills you, yeah. It's a good he gets to actually promote. So the whole world's actually alive. So this guy will get promoted, become an officer in the Orc army. Harder to beat now. Yeah. And move up in like Orc society. I see. But Because it's this whole living world and it remembers and reacts and grows in response. Как, блять, 35-й level за убийство Талиона? Может, типа, какой левел у Талиона, такой левел ты и получаешь? Ебать. Он просто, блядь, одной... Блядь, пиздец. Охуенные зубы, ребята, охуенные зубы. Охуенные зубы. Что тут еще есть? Сюжетный трейлер, блядь, вся хуйня, короче. Давайте досмотрим уже. Ну что, я хочу торт! Он мистик... мистик кто-то. But so you can pick either of those guys as a target. Oh, so I go after them? Не, я хочу, чтобы ты приказал. A burning desire, you can do that. Or you can go around, you can build up your own army or explore the world or do the story. The story's pretty cool. Oh, let's do that. Okay. So if you just hit B to go back. And we'll Эти люди вообще хоть когда-нибудь играли в игры, они такие типа би-би-би, ебать, кнопки надо нажимать, чтобы играть в кнопки, да. Battlefield Friends, блядь. Kinda cool having a superhero play their game, it's kinda cool. Definitely. So the exclamation mark, the one in the right hand side there. В натуре, блядь, нет, это наверное не Кент, но он так на него похож, пиздец. Старый Супермен еще, блядь, старый такой, знаете? Блядь, ну стоп, блядь, ну он так похож, пиздец. А может это он и есть, я ж не знаю. So the diamond one with the exclamation, that's got the next story mission in it. Охуеть, он бегает. Талион он бегает быстрее, блядь, любого зверя. This is actually the sequel, the first game we did.
was a much, much smaller world than this, so we've been able to add like forests and vegetation and like just a ton of... Can I go around the world and get this story? You can go over or around. Дождик, падла. You can go over and climb up it? Yeah, you can just climb straight up that. Actually possessed by this elven spirit. So he's pretty agile. And, these guys, they're actually getting attacked by spiders for some reason. Пауки, прям пиздец. Напали, ну, на них пауки напали. Вы видели эту анимацию? Талион вырвал паука со спины, блядь, и тот сдох. Как же медленно набирается эта ярость. You can do the right trigger to crouch and then finish him off too. And they're gems, so they can upgrade your weapons, okay. Make them stronger. He's just off round to the right. There we go. So straight into this forest here. Блять, он его толкнул и просто себе спокойно убежит. Урук его не видит. А, не, уже заметил. Пиздец, наконец. Okay, France. France wants to play. Because you're trying to get to the story. We've nearly got it. This is actually a pretty big character reveal in this bit. One second, France. They're ghouls. They just come out at night. Okay, so if you head up to just the right. Whoops, pretty cool. This thing? That's it. Just up. And then the right buffer. Oh, hang on. There's a ghoul attack. One second. I'm almost get to the story. А, понятно, эта миссия уже была. Короче, блядь, если он будет эту миссию выполнять, ебал я в рот. Понятно. Короче, ребят. В жопу этого Кента, короче. Ну, кстати, фильм классный, этот человек из стали. В общем, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо тебе, если я помню правильно, Георгий Мироненко. Спасибо тебе большое. Реально, блядь, помог, потому что я думал, надо искать. Я такой, надо еще полежать. Не. В общем, спасибо, что помог. Облегчил мне труд. В общем, ждем стрима, но надеюсь, будет какой-то нормальный геймплей, блядь. А не как в прошлый раз. Ждем. Все, всем удачи, всем пока, всем хорошего, охуенного настроения и хороших выходных.